Министерство образования и науки Дагестана направит в партию учебника в общеобразовательной организации. Пособия были закуплены по заявкам школ. Как сообщили в ведомстве, всего учебной литературы закуплено на сумму, превышающую 54 миллиона рублей. По словам главы министерства Умупазиль Омаровой, за последние два года ведомство закупило свыше 2,5 миллионов книг для учащихся. Проводилось также пополнение библиотечных фондов.